Ну что, по традиции сейчас все блогеры будут ныть про то, что год был трудным, а следующий будет лучше. Я не умею писать красивые тексты, поэтому то, что имею. А я лишь распишу свои мысли, наши с вами успехи. Мы победили в пиксель-баттле, реализовали шоу детектора, пополнили ряды сквада. И это все благодаря вашей поддержке и благодаря вам. Мы пережили 4 бана за 2 месяца. Прошли до хуйща новинок, поугарали с сотни видосов. И это лишь начало. Очередной раз подчеркну вашу важность в моей жизни. Без вас я бы не смог себе позволить это хобби. Сидеть дома и играть в игры и просто стремить, зарабатывая на этом. Вы двигатель моей жизни. И я буду стараться ради вас, чтобы не потерять ваше доверие к себе. Если что-то в моей жизни случается, вы самые первые меня поддерживаете, что не позволяет мне улететь в депрессию. И я очень доволен своей жизнью благодаря вам. Также за этот год я психологически очень вырос. То, что казалось мне раньше нормой, сейчас непозволительно. Я преодолел 1400 подписчиков на такой сложной площадке с ее ебучими правилами. В голове не укладывается, как же это много. Говорю лично каждому, кто читает этот пост, спасибо тебе за то, что ты со мной сделал. За этот год 89 сквад стал нечто большим, чем комьюнити стримеров. У нас появилось много проектов, которые мы реализовали. И проекты до сих пор придумываются. И боже, я сейчас говорю не о форматах шоу. Спасибо каждому из сквада за поддержку и вклад в развитие нашего комьюнити. Вы большие молодцы, но останавливаться на этом не надо. Надо дальше расти и прыгать через свою голову. Да, иногда бывает тяжело. Нужно принимать нелегкие решения, но они обязательны. Без них мы не сможем стать лучше, а игнорирование этих решений в дальнейшем приведет к еще большей проблеме. Пока что все очень мирно и хорошо в сквада. И я хочу, чтобы так было всегда. И.С. Стримы взяты в перерыв. Увидимся в январе. Пока не скажу, какого числа, хотел бы отдохнуть и набраться свежих мыслей. Поздравляю всех вас с наступающим. И помните, что я всех вас ценю. Работяги, присоединяюсь к словам Вовы и поздравляю вас с грядущим 2021 годом. Также напишите в комментариях, что выкладывать на канал, пока не будет Вовы. И также хотелось бы вас поблагодарить за 12 тысяч на канале до Нового года. Это самый лучший подарок. Еще раз всем удачи в новом году и надеемся, что он будет хоть немного спокойнее, чем уходящий 2020. ББ!